Три пятерки уже Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. Спешили на хоккейный матч, но произошла трагедия. На трассе М8 в серьезном ДТП пострадали 4 человека, один погиб. Водитель «Опеля» потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В легковушке вместе с родителями находились молодые хоккеисты архангельской команды «Спартак». Обоим по 13 лет. Один родитель насмерть. Мама у мальчика, у Влада Рубцова, поломала кости. А папа у Артема Мальцева, он выжил, остался в шоке. А сам Артем Мальцев получил очень тяжелое трясение головы. Отец Артема до сих пор находится в больнице. Кто готов оказать помощь пострадавшим, можно обращаться по телефону 8 902 193 42 82. 8-летний мальчик получил ожоги в школе. Локоть ребенка застрял в батарее. Педагоги незамедлительно вызвали специалистов службы спасения. Батарея была горячая. Мальчик испугался и уже самостоятельно вынуть ручку из батареи не смог. Взрослые всячески пытались оказать помощь, вплоть до того, что картонками огораживали руку ребенка от батареи. Вызвали, конечно, сразу спасателей, медика. Однако извлечь руку мальчика удалось своими силами. Спасатели оказали потерпевшему первую помощь и передали бригаде скорой. Сейчас ребенок находится в больнице с ожогами руки второй степени. Очередное ДТП в центре города. Перекресток проспекта Труда и улицы Ломоносова не поделили три иномарки. По предварительной версии, водитель Тойоты столкнулся со Шкодой. Последнюю вынесла настоящую на красном сигнале светофора машину марки Kia. Поворачивал налево, вроде просвет образовался среди машин. Эту встречную машину не пропустил, получается. Во всех деталях ДТП предстоит разобраться инспекторам ГИБДД. Материальный ущерб устанавливается. Включил газ и уснул. В одной из квартир 26-го дома по улице Гагарина выпивший мужчина готовил пищу. Включил три газовые конфорки и благополучно об этом забыл. Сильный запах гари почувствовали соседи. С их слов, мужчина часто выпивает и ведет затворнический образ жизни. Если честно, мы с ним ни разу не пересекались. Один раз только. Когда он музыку включил ночью, 2 часа ночи, он сюда спускалась, стучалась к нему, но я его ни разу даже не видела. Год назад в эту квартиру был аналогичный вызов. Этот же мужчина в пьяном состоянии оставил включенным газ. Пожарным гражданин пояснил, что считает такое поведение безопасным, поскольку у него в кухне открыта форточка. Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно.